Давай, 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 ложимся полностью и делаем. Угу. Молодцы, встаем. 16-й. Контролируем ножки. 18-й. Давайте, 19. 20-й. Встаем в планочку все дружно. Давай, 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 давай. И стоим минуту. Нет, на прямых руках. Миш, на прямых руках. Давай, Лис. Да. Привет всем нашим подписчикам. Ребята, сегодня суббота. Приехали мы. Я, Марьям, дети, Димон. И наш зал выбрался, наши шлычки. В таком месте, в хорошем. Рыбохозяйческие угодья. За заборчиком озера на дамбе. И будем мы сейчас там кушать и отдыхать. А я буду все снимать. Вы подписывайтесь на наш канал. Следите за нами, смотрите и занимайтесь спортом. Лови мелких, где они там. Идите сюда, малыши. Идите. Вот они стоят. Где? Вот, воды. Идите сюда. Лиска, пошли, идем. Аккуратно только. Возвращаюсь к ребятам. Пилю контент. Будешь сегодня на ютубе хищник маленький. Эй, Абасыч. Че, Рус? Да, бро, давай, гоблет, гоблет приседания. Бро, давай, я уже заебался. Давай, я уже сейчас Пашка еще подъедет. Че там еще брать? Все. Все? Да. А мне что? Ну, давай, я сейчас беседку тебе закину сразу. Потом-то посчитаем все. CrossFit Brothers на первом выезде в этом году. Димасыч. А тем временем показываю, где мы сегодня будем сидеть. Вот такое местечко. Тут можно здесь рыбу половить, но мы просто потусим сегодня. Контент для Ютуба. Кому будет интересно, ссылочку оставлю в описании. Вот так у них здесь все антуражненько, вон, посмотрите, как будто отъехал далеко. А на самом деле от дома мы отъехали, ребят, всего минут 10. И вот такая красотень у нас здесь. Фонтанчик такой небольшой, у каждого домика свой. Можно приехать, посидеть, покайфовать, рыбку половить. Куда-то, я правда не знаю, где мы, но сейчас поищем. Я в своих модных сапогах, желтых, в своей шапке с полями. Давайте покажу, я сейчас вон. То у меня, как обычно, не видно, вон. Хоть немножко вот так поснимаю. Подписывайся. И давайте наберем уже 17 тысяч подписчиков. О, наша беседка там сегодня, 6-я. Оп. Да, я пойду. Очень рад я то, что мы все выбрались. Сейчас еще ребята подъедут. Вот смотрите, вот такое место, ребят. Очень красивая погода сегодня. Отлично у нас. Давайте чуть яркости прибавлю. Рыбовладельческие угодья, напоминаю. Город Королев. Очень красиво здесь все у нас. И самое главное, ребят,
Очень хорошо по деньгам. Я позже все напишу и расскажу. Эй! Так, где тут наши? Эй, хищник! Кис! Что там? Тёмыч приехал на этой. Тёмыч, давай расскажи нам про свой мопед. Обзор. Обзор на мопед будет. Хай. Идиот, да? Короче, сегодня маме твоей позвоним. Скажем, чтобы у тебя шлем был. Привет, красотка. Ну, что скажешь подписчикам? Когда 17 тысяч у меня уже будет? Пока 16 300. Одень куртку. Вы прям как будто из 90-х. Просто. Вообще. Слышь, Димон, как будто ты из... Ты тоже, кстати, похож. Иди рядом встань, вот вы нормально будете. Как будто из 90-х, смотри. Вот вы вдвоем. Куртка у тебя такая еще. Надо только, чтобы она более такая была. Мангальщик сегодня у нас. Тёмыч. А где дети-то? Куда они ушли? Пойду посмотрю за малыми. Вон Цой играет у ребят. Оп. А куда вы ушли? О, Крис. Как дела? Нормально, ты все снимаешь? Да. Видишь, как мы встретились? А ты где? В другой беседке? Ага. А куда они ушли-то? А? Пошли. Ну а я продолжаю снимать. Подъехал Пашка. Уже кушаем. Макс с Альбинкой. Павлуха. Юрец. Юрец, когда будет 17 тысяч подписчиков? Я думаю, уже завтра. После этого видео. Поехали. Оп. Пилим. Пилим контент. Сынуль, на чем папа сейчас поедет? В сапогах таких модно, да? Давай. Понял, ты говоришь, Харли Дэвидсон. На сколько километров батарейки хватает? Я думаю, ну, если ехать 20-25, на 70. Нормально. Ну что? Я не знаю. Это тормоз? Не с одной рукой. Ну, конечно, ты дурак, что... Я тогда один раз поехал. Я в кусты. Ну и вам попроси. Или может он упадет, мы заснимем это. Мне кажется, к Xiaomi лучше, не? Че? Чек ты снимаешь для YouTube? Да. Вот так вот. Какое разрешение должно быть? 16 на 9 или 16? Для YouTube? Да. Я 4K бью. А че вы говорите к Xiaomi? Xiaomi. Че, нет? Смотри. Тут свет вообще охренеть. Охрененный? Просто несколько режимов. Вот так что, ребят, Харли Дэвидсон. 48? Ну, еще раз, вот так сними, нормально, держи. Вольты? Вольт, да. Я что, знаю. 54-55. Туда не надо, ё. Алиция подъехала.
все, держи. А мы на второй? Новый выпуск очень некомфортный для многих. ЗОЖ заканчивается, начинается новый денек. Лепота. Нет. Снимает очень красиво, конечно, вообще. CrossFit Brothers отдыхает на своей вилле. Юрец купил дом, построил, выкопал озеро. Пригласил нас сегодня в гости к себе. Сказал дом не снимать. Запретил мне. Эй, малыши, ну что скажете? Подписчикам, нет, подписчикам, что скажете? Все классно? Вот это вообще, Дим, просто кадры. Очень красиво. Вообще, место офигенное. Погода сегодня лучше будет. Крыша частным сектором. Понял, каким быть надо, суровым или прикольным. Подходит конец нашей тусовки. Вот такие красивые пейзажи. Пусть на этом и закончится сегодня наш выпуск. Ребятки, CrossFit Brothers отдыхает сегодня. В понедельник снова в бой. Богдан, скажи пару слов подписчикам и заканчивай видео на этом. Давай, быстренько. Скажи, подписывайтесь. Давай быстро. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И с вами был Джабарик. Чё?